Подавляющее большинство россиян, по версии ВЦИОМ, считают себя счастливыми людьми. Таковыми в опросе социологов себя назвали 83% респондентов. Причем среди 18-24-летних того больше 92%. Хотя, между тем, в рейтинге стран жители говорят, что им неплохо живется, мы занимаем 56-е место. Про оптимизм при любых обстоятельствах и выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков, от ТСН Токи. Здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Речное управление. Погреб был полностью затлит водой. До сей поры у нас насос. Мы воду откачивали. В 6 районах области ликвидируют последствия паводка. Последние новости АЧС. Гуманитарии всех стран, объединяйтесь. Тотальные диктаторы и любовь к русскому языку. Акция поставила новые рекорды. Легко ли пить молодым? Несовершеннолетние алкоголики. Пугающая статистика от врачей. Девочки лечатся на порядок сложнее. Красивой быть не запретишь. Я на Добровольской из Тюмени получила титул «Мисс Россия». Ситуация с паводком в Тюменской области за прошедшие выходные усугубилась. Режим ЧС введен уже в 5 муниципалитетах. Это Ишим, Ишимский район, Ромашево, Сорокино и Викулово. Но вот по последней информации о том ЧС, в некоторых реках уровень воды начал снижаться. Печально известная речка Карасуль на 10 сантиметров спала. На 11 сантиметров снизился уровень реки Ик в Сорокинском районе. Губернатор, который все эти дни находится в наиболее пострадавшем от стихии Ишиме, сегодня пояснил журналистам. Угроза подтопления еще не миновала. Вода может зайти и на другие территории. Воды много, много. Раза в два, 2-2.5 как минимум по сравнению с прошлым годом. Поэтому, конечно, угроза на сегодняшний день подтопления, она реально существует. Не скрываю о том, что ситуация напряженная, но самое главное, что она находится под контролем. По словам главы региона, в готовность приведены все силы. О борьбе со стихией сегодня докладывали министру МЧС. Судя по цитатам федеральных СМИ, тот проводимой работой остался удовлетворен. На сегодня в Ишиме от воды освободились 82 дома. С улиц города вывезено более 90 кубометров мусора. К тому же в 15 домах было восстановлено электроснабжение. В зоне ЧС 3 бригады газовиков ведут постоянный мониторинг ситуации. К тому же губернатор распорядился пересчитать квитанции за коммунальные услуги, которые по факту не были оказаны ишимцам из-за подтопления. Глава города подписал постановление о проведении месячника по санитарной очистке. Репортаж с места событий от Алексея Козлова. Сначала бедствие прошла почти неделя. И вот сегодня стихия начала отступать. Улица Орджоникидзе. Еще 2 дня назад здесь передвигаться можно было только в высоких резиновых сапогах. Сейчас вода отсюда ушла и местами стал даже появляться сухой асфальт. Благодаря каналу, который прорыли на соседней улице Казанской, вода стала быстро покидать городские улицы. И к середине сегодняшнего дня она ушла почти из сотни домов. Жители начинают возвращаться к домам, чтобы посмотреть, в каком они состоянии. Этой семье, можно сказать, повезло. Благодаря высокому фундаменту мебель внутри жилища не плавала. Пострадал лишь участок. Погреб был полностью затлит водой. До сей поры у нас насос. Мы воду откачивали. Ну и... А вот здесь, вот, где мы сейчас стоим, сколько здесь, воды было? Вот было у нас, здесь раз высоко, было вот как бы все это плескалось оттуда. Все. Вот. Нас спасла вот этот бордюр. Вот сюда у нас вливалось, выливалось. Туда все бежало до вчерашнего дня. Больше всего не повезло тем, кто жил вот в этих домах. Адреса Казанская 1 в скором времени не станет. Здание снесут. Участок вокруг него смыт потоком воды. Еще один дом по соседству уже начали разбирать. Их владельцам вручили ключи от квартиры в срочном порядке по решению губернатора. Самый важный вопрос сейчас – возмещение ущерба. Каждый случай индивидуален. После того, как уйдет вода, решить вопрос с возмещением ущерба. Здесь предстоит серьезная, тяжелая, непростая работа. Потому что дома у всех разной стоимости, разной цены, ущерб разный, у кого-то новая мебель, у кого-то еще какие-то вещи. Поэтому здесь, конечно, все социальные службы в этом направлении будут достаточно серьезно работать. Пока в пунктах временного размещения или у родственников остаются почти 2200 человек. Временную выплату в размере 50 тысяч рублей на самые необходимые получили более 1000 семей. Уровень воды на городских улицах заметно понижается с каждым часом. Но угроза подтопления остается. В окрестных лесах еще много снега. Алексей Козлов и Артем Суханов. Тюменское время.
В выходные прошла большая встреча с жителями. Губернатор еще раз подтвердил, проблемы каждого ишимца из подтопленных районов берутся на контроль. Ряд управленческих решений пришлось принимать в срочном порядке. Школьникам организуют бесплатное питание, взрослым бесплатный проезд в общественном транспорте на месяц. Тем, кто не захотел покидать дома, продуктовые наборы и питьевую воду подвозят на лодках. Сложно, правда, назвать точную цифру таких пленников наводнения. Она постоянно меняется. Сначала отказываются уезжать, потом соглашаются. Про материальную помощь на первоочередные нужды мы уже говорили. В выходные ее получили домовладельцы. Специалисты Центра соцзащиты признают, бывают шероховатости, какие дома не попали в списки, но все эти вопросы стараются быстро разрешать. Ну пока, слава богу, довольны. У меня претензий нет, и к МЧС у меня нет претензий. Они нам помогали, помогали поднимать вещи. И что я скажу, они постоянно, если мимо нас ходили, заходили, что вам помочь, что обращайтесь, телефоны у нас были, все. Ну, пока спасибо всем. В регионе открыт официальный счет для оказания финансовой поддержки жителям Ишима и Приишиме, которые пострадали от паводка. Деньги можно перечислить в любом отделении Сбербанка. Реквизиты на официальном сайте правительства Тюменской области. Помочь пострадавшим можно не только деньгами. С прошлой недели в Тюмени на Володарского 47 работает пункт сбора вещей. Нужна одежда, обувь, посуду, предметы первой необходимости и электроприборы. Сбор вещей продлится до пятницы. Повторю адрес еще раз. Володарского 47. В самом Ишиме спасать жителей приходится порой в прямом смысле слова. Нашумевший уже в интернете случай. Двое мужчин, как рассказывают, приняв для храбрости, решили поплавать на резиновой лодке. Внезапно сильное течение начало относить ее к обрыву. Один сумел выпрыгнуть, а второй не успел и едва не утонул в сточной канаве. Горе утопающего спас пожарный Дмитрий Яковлев. В похожей ситуации действовать пришлось и полицейским. Во время патрулирования поступил сигнал, что одного из жителей несет течением в сторону реки. Направились в указанную зону, нами был обнаружен мужчина, загрузили в лодку, вызвали скорую медицинскую помощь, довезли его до него. Как казалось, 55-летний ишимец просто хотел перейти улицу, но его снесло течением. Сейчас он находится в больнице из-за переохлаждения. Во всех районах подтопления жители сейчас вакцинируют. Более 1000 человек уже получили прививки от гепатита А. Роспотребнадзор, исследовавший более 200 проб воды, заявляет, что обстановка стабильная. Как только паводок уйдет, все придомовые территории обязательно обработают антисептиком. И вот еще данные от МЧС о пострадавших от паводка территории. В Ромашевском районе подтопленными остаются 11 домов, из которых эвакуировано 20 человек. В Викулово из 18 домов эвакуировано 48 человек. В Сорокино 120 человек из 48 домов. В Исетском районе подтопленных дворов нет, но здесь готовятся встретить воду. Береговую насыпь укрепляют круглосуточно. Уже высыпали 5000 кубометров грунта. Надеяться, конечно, хочется на лучшее, но 4 пункта временного размещения на всякий случай развернули. Уровень воды в реке Исеть сейчас достигает 589 сантиметров. С губернатором разговор был, что дополнительные средства будут, силы и средства выделены, техника, село Туровского района направят, и приедут строители, специалисты, оценят состояние этой дамбы, так называемой, мы считаем, вот этого земляного вала. Значит, есть смысл дальше двигаться, отсыпать, ну, по крайней мере, укреплять-то точно надо его. Это вот главная наша задача сегодня, удержать эту воду здесь, чтобы дальше не пропустить. Но плюс ко всего, сегодня в Тюменской области введен официальный противопожарный режим. МЧС и губернатор Тюменской области призывают жителей региона быть внимательнее и соблюдать все меры предосторожности в лесах. Вот такая вот неожиданная весна. К нам присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Добрый вечер, Дим. Ну вот хотелось бы надеяться, что не получится так, что в одном месте мы тонем, в другом тут же горим, и весной эту мы все-таки переживем без больших потерь. А у нас что-нибудь, коллеги, помимо чрезвычайных ситуаций сегодня вообще освещали в своих... Да, конечно, давай перейдем к обзору СМИ, все расскажу. Прошу тебе слово. Депутаты Госдумы от Тюменской матрешки отчитались о доходах за 2015 год. Традиционно самыми состоятельными парламентариями стали югорцы, отмечает РБК. Так, совладелец «Новотека» Леонид Симоновский задекларировал более 907,5 миллионов рублей.
Самый богатый депутат от юга Тюменской области Эрнест Валеев. Он отчитался о доходах в 5 400 000 рублей. Ямальские депутаты находятся примерно на тех же позициях, что и тюменские. Президент Союза оленеводов России Дмитрий Короля задекларировал 5 300 000. По предположению вслух РУ, отопление в домах Тюмени могут отключиться уже до пятницы. Коллеги изучили прогнозы синоптиков. Среднесуточная температура воздуха на этой неделе будет держаться в пределах 14-15 градусов выше нуля. А для официального завершения отопительного сезона, как мы помним, достаточно, чтобы в течение 5 дней среднесуточная температура превышала 8 градусов. Тогда и должно появиться распоряжение главы города. Тюменский ТЭЦ перейти на летний режим уже готовы. Тюменцы поставили рекорд по явке на тотальный диктант. В минувшую субботу его написали более 1500 горожан. Как рассказали корреспондентам ТСН, результаты станут известны после 23 апреля, но сейчас к проверке уже приступил преподавательский состав ТЮМГУ. Напомню, что ежегодная акция прошла на 19 площадках в Тюмени, вузах, торговых центрах, кафе. Диктаторами стали ведущие телеканала «Тюменское время». Давай же, поделись скорее впечатлениями от диктовки. Слушай, мне понравилось на самом деле. Я понял, что я не написал бы этот текст никогда абсолютно в жизни. Абсолютно согласна. Ну а между тем уже участники диктанта начинают спорить в интернете по поводу грамотности самого текста. Его выложили на сайт, и там есть слово «нескрываемым». Оно написано слитно. А вот в контексте того предложения, где оно было употреблено, все говорят, что должно быть раздельным. То есть нас ждет череда апелляций. Да, как еще в древнем мире. Скорее всего, вопросы будут. Но я надеюсь, что большинство писавших диктант для себя это все-таки будет воспринимать как праздник, как возможность проверить себя, пообщаться, а не доказывать свою правоту бесконечно, вот пытаясь заработать пятерку. Ну, для тебя и был праздник? Так. Да, конечно. Ну, для меня тоже. Вот это самое главное. Тебе большое спасибо, я продолжу. Федеральные СМИ, между тем, вовсю анализируют итоги встречи министров стран-экспортеров нефти в столице Катара, Дохе. Предполагалось, что они договорятся о заморозке добычи углеводородов. И вроде всем выгодно, количество сырья на рынке останется под контролем, цены пойдут вверх. Но на практике даже 10 часов общения сверх нормы не привели к ожидаемому результату. Как это может отразиться на жизни рядовых россиян? То есть нас с вами узнаем у финансового аналитика Андрея Гребенкина. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий. Новые экономические события, и опять мы с вами разговариваем. Все как у нас сейчас в связи с тем, что в Дохе прошли переговоры? Наверное, очень многие уже в курсе, да, что переговоры провалились. То есть не страны ОПЕК и страны не ОПЕК, они не смогли добиться какого-то соглашения о заморозке нефтедобычи. То есть, в принципе, мы видим, что нефть сегодня там минус где-то 4% падает. Мы видим реакцию по всем остальным рынкам. То есть там, в принципе, падает все. И там американцы, рубль растет, Европа падает, российские акции падают. То есть это как бы реакция на то, что вот чего достаточно долго ждали, да, и вот это событие не случилось. То есть, в принципе, ну вот участники рынка, они разочарованы этим событием. Сегодня, например, Goldman Sachs с утра, он выпустил отчет, в котором сказал, что вот там 2030 год, рынок нефти точно сбалансируется, и будет очередной суперцикл на рынке нефти. То есть мы увидим цены там 200-300, ну то есть гораздо выше текущих цен, то есть суперцикл. Вот, на самом деле, ну вот история с этим саммитом, да, в Дохе, она на самом деле достаточно проста. То есть вот про саммит начали говорить примерно в феврале 2016 года. И вот на ожиданиях того, что будет некий саммит, будет некое соглашение о заморозке нефти. То есть нефть с 26 долларов, она улетела на 44. То есть в принципе, ну, соглашение никакое не подписали. Но как бы результат того, что там цены начали расти, ну, по сути, вот этот вот саммит, он добился этого. То есть нефть сделала 50% наверх. А можно опять делать прогнозы о том, что доллар побольше станет? 75 рублей где-то. 70-75 рублей, так понимаешь, что специалисты сейчас ему пророчат за счет вот этой нефти. Вы знаете, даже не так давно один из представителей Центрального банка, Банка России, то есть он там один из замов председателя правления банка, то есть он сказал, что в принципе там ниже 60 рублей вот
при текущей обстановке, то есть оно абсолютно не в интересах России. Что-то в ближайшее время с ним будет, с этим долларом, твориться, он будет расти или нет? Или вот этот вот потолок 70 рублей тоже на данный момент... Вы знаете, здесь есть ряд событий на горизонте. То есть одно событие – это конец апреля, это заседание Федеральной резервной системы США. То есть, по сути, оно как бы даже более важное, нежели то, что произошло сейчас вот там в Дохе. Да? Вот. Поэтому, с одной стороны, надо смотреть на эти события. Если что-то с долларом и будет происходить, это будет происходить благодаря американским событиям. Просто процентные ставки в США, они достаточно низкие, то есть они низкие около десятилетия уже находятся на низком уровне. Их начали повышать в декабре. Вот. Скорее всего, в этом году будет 2 либо 3 повышения процентных ставок США. Из-за того, что там повышают процентные ставки, а, например, в Европе деньги печатают сейчас, то есть деньги, по сути, как бы ничего не стоят. То есть мы имеем ситуацию, когда доллар имеет все предпосылки абсолютно к росту относительно всех остальных мировых валют. Евро, рубля, фунтов, иены и так далее. Поэтому сейчас как бы мир, по сути, у него противостояние такое. С одной стороны мы видим доллар, а с другой стороны мы видим все остальные мировые валюты. То есть если там действительно, комментарий, либо повышение процентной ставки, возможно, мы уже к лету увидим его там 75 или там 77 рублей. Вот. Если дальше будет происходить повышение, например, в сентябре, то есть, возможно, 80-85. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютубе и в группах «Тюменское время», в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Впереди у нас новости из районов. После вернемся в студию, нам еще есть о чем с вами поговорить. Запуск перерабатывающего комплекса «Запсибнефтехим» не лишит табаляков тепла и электричества. Сибур уверяет, от общего объема вырабатываемой электроэнергии предприятия на промышленной площадке потребляют мизер. Угрозы дефицита для города нет и не будет. На 98% готова техника абатских сельхозпредприятий для весенне-полевых работ. Проблемы сегодня с семенным фондом и дистопливом. Готовность лишь 50%. У двух предприятий не хватило оборотных средств для закупки семян и ГСМ. Сейчас оформляются кредиты. Новый 35-квартирный дом сдан в эксплуатацию в Упорово. Жилье в нем получили дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, репрессированные молодые специалисты сферы медицины и образования. Новые квартиры полностью готовы для проживания. Праздничную концертную программу ко Дню Победы готовятся рокинские пенсионеры. Все они члены местного ветеранского клуба «Родничок», а также участники хорового коллектива с одноименным названием. Сейчас все репетиции посвятили главному майскому празднику. Минпромторг предлагает снять ограничения на продажу алкоголя в магазинах, которые находятся вблизи больниц, спортивных объектов и школ. Мол, бизнес и так переживает не самые лучшие времена. А спиртное неплохое, знаете, подспорье для торговых точек. Минздрав и Роспотребнадзор высказались категорически против. Тут якобы надо решить, либо страну выводим из запоя, либо предпринимателям помогаем заработать на вредных привычках. Тем более, что зависимость молодеет. О юных пациентах наркодиспансеров материал Любови Губиной. На лечении в наркодиспансере сейчас 10 человек, из них двое девочек, восьмиклассниц. Врачи говорят, сейчас у них депрессия. На контакт идут неохотно. Девочки лечатся на порядок сложнее. И, в общем-то, мы испытываем определенные сложности, потому что нередко у них еще не сформировалась как таковая зависимость. Есть пагубное употребление психоактивных веществ и есть изменения, связанные с воспитанием, с поведением ребенка. И нередко мы становимся больше воспитателями, нежели врачами. Врачи бьют тревогу. В регионе средний возраст детей, попробовавших спиртное, 14-15 лет. И все чаще пьют девочки. Предпочитают напитки покрепче – ром, виски, коньяк. Юра здесь второй раз на плановом лечении. Говорит, крепче пива ничего не пил. Сюда попал из-за спайса. Из твоего класса много кто пробовал спайс или алкоголь? Да, много человек. 10 это пробовало точно. Спайс. Я алкоголь девочки пробую. А много девочек? Человек 5, может, так где-нибудь.
К детям здесь подход особый. Вылечить надо не только тело, но и душу. Поэтому каждый день с ними работают психологи. В особо сложных случаях занятия индивидуальные. У детей мотивации на лечение, как правило, нет. То есть для чего и проводятся занятия, чтобы и индивидуальные консультации, чтобы ребенок немножко начинал анализировать, самостоятельно, может быть, работать, где-то принимать решения. А это в библиотеке психологи наркодиспансера проводят семинар для школьников по профилактике. Чтобы было доходчивей, показывают фильмы страшилки. Они могли видеть его впавшие щеки, как ему трудно становится дышать. Подобные встречи проводят и с родителями, и это даже важнее, говорят специалисты. К рюмке дети тянутся, по примеру, взрослых. И достучаться до родителей порой очень сложно. Если брать это городская среда, здесь родители, конечно, больше, скажем, заняты, приходится работать на ИСКИ работах, и у них есть вот отговорка, хотя мы при этом говорим, что если вы не будете уделять внимание детям, вы их можете потерять и в дальнейшем столкнуться с очень серьезными проблемами. И вот иллюстрация таких проблем. Этой зимой нетрезвый 15-летний подросток протаранил 7 машин. Кстати, в пьянстве его уличили еще за полгода до этого. И родители должны были привести сына на лечение в наркодиспансер. Но обратились к врачам только после ЧП. Любовь Губина, Дмитрий Бурматов, «Тюменское время». Аэропорт Рощино утвердил летнее расписание международных чартерных рейсов. Напрямую из Тюмени можно будет улететь во Вьетнам, Грецию, Испанию и на Кипр. Кроме того, авиакомпании «Икар» и «Нордвинд» подали заявки на перевозку пассажиров в Египет. Дата и время вылета на бумагах определены, однако на практике обслуживать самолеты до Шарм-эль-Шейха и Хургады в Рощино начнут только, когда разрешит Росавиация. Турагенты предупреждают, что в этом сезоне высока вероятность отмены чартерных рейсов из-за низкой наполняемости бортов. Единственное, что, чем вы можете себя обезопасить, это летать регулярными авиалиниями. То есть, купив рейс на регулярный рейс, вы получаете точно то, за что заплатили. Возможно, в ближайшее время в расписании появится еще и Мюнхен. Летать туда лайнер будет 3 раза в неделю. Причем продавать билеты авиакомпания ЮТР планирует по субсидированным тарифам. Тюменка стала самой красивой девушкой страны. С победой на конкурсе «Мисс Россия» Яну Добровольскую сегодня поздравил губернатор Владимир Якушев и пожелал девушке грациозно нести корону. Сам финал состоялся в субботу в Москве. Яна Добровольская, «Мисс Россия» 2016! К этому конкурсу девушка готовилась основательно, и вся Тюмень помогала. Ей дизайнеры предоставили платье и шили конкурсный национальный костюм. Хореографы поставили танец, и горожане поддержали голосованием. Яне Добровольской всего 18, она профессиональная танцовщица. В конкурсе красоты принимает участие 2-й раз. Это очень ответственный, замечательный этап в моей жизни. Но на данный момент я еще не до конца осознала, что я выиграла этот титул, но я могу сказать одно, я очень счастлива, потому что я к этому очень долго шла, очень сильно хотела этого и очень благодарна дирекции и жюри, что они возложили на меня эту ответственность и доверили этот титул. Добавлю, что это 2-я мисс России родом из Тюмени. До этого титул в 2007-м завоевала Ксения Сухинова, а через год она стала мисс мира. Повторить ее успех пока не смогла ни одна тюменская красавица. Но мы надеемся, что Яне Добровольской удастся это сделать. У меня же к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события. Уверен, что моим коллегам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до встречи.